молодые патриоты. Ну, вдруг решили проучить журналистов неугодных и пошли до них пустить. На пороге заявили: мы агенты СБУ. Пошукаем тут немного, а съебемся поутру. Шкаф на пол, ногой в компьютер. Битой мышку растращив, напугав всех до усрачки, ксерокс клевый утащив. Ксерокс взяли, чтобы дома, без напряга и забот, ксерить разные листовки, призывать к борьбе народ. Шо хотели те агенты, так никто и не понял. Но зато весь Киев знает, Майдан новый завонял.